Привет, друзья! Тема сегодня такая. Как бороться с вредными насекомыми? На дворе 21 век. А что мы имеем против мух и комаров? Только липучки и только хлопалки. Как и 100 лет назад. Китайцы предлагают нам вот такие вот устройства. Сейчас я покажу и расскажу, как оно работает. Значит, подключается к сети. Вставляется в розеточку. Сейчас я сниму защитную решеточку. Так, смотрим. Имеется два ряда металлических пластин. На пластины подается высокое напряжение. Под пластинами находится подсветочка, светодиоды. Включаем. Включается подсветочка. Насекомые летят на свет и попадают под разряд электрического тока. И на этом их полет закончен. А сейчас давайте мы попробуем подключим. Для этого нам понадобится вот такой переходничок. И это вставляем сюда. И это вставляем вот сюда. Нажимаем кнопочку. Подсветочка включилась. И вот только с мухами и комарами напряженка, потому как середина октября. Так, давайте представим, что вот это вот комарик. Вот он летит, летит, летит. Бац, и нету. А вот такая красота. Вот такое замечательное устройство. Но это 21 век. А как боролись с мухами 100 лет назад? Кто знает. Не знаю, были липучки или нет. Но хлопалки были. И также были вот такие вот морилки. Мне осталось от прабабки. Сейчас я покажу и расскажу, что это такое и как оно работает. Вот такой стеклянный сосуд. Пробочки здесь не было. Пробочку кто-то вставил для красоты. Имеются ножки и вот такое донышко. Похоже на чернилку-неваливайку. Вот такой загиб. Сюда заливается какая-то жидкость. Бабка мне рассказывала, но я уже забыл, потому как прошло 60 лет. Может быть какой-то бульончик, а может какая-то морилка. Мухи залетают то ли сверху, то ли снизу. И по своей тупости не могут выбраться наружу. И там остаются навсегда. Похожие приборы народ делает для ловли дрозофил. Видос можно посмотреть вот здесь. Ну, на этом все. Вот такое познавательное видео. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.